Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Джанна Самайуктам Бинда Банам Манохарам Ванша калпатару ваше кипасинду бевача, патитананг павоне бхавишна бибью намо намах, муканкароти ваача аланг пангунланг хетгирим, ят кипатам ханг банде парама анандамадвам, бриндави тусидеви пиави кесвасача. Кришна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвайхи Намо Намах Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мудире Санкиртане Кришна Катху Падеше Гаурия Патрашья Пракасанеча Шадану Ракта Гуру Бхакти Йокто Бхакти Прамодакша Джагод Варуна Дейям Сада Парибхабхагна Бхавишта Духам Титхас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитаттихам Панатапал Бхабад Дибутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ят Пада Паллавана Хачандамани Чатая Бисфуриджи токима пика попадушва дарши, пуранан рагра сасагра сарамурти, сарадхика мои ката кипам гроши. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда, Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда, Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджануламбита бхужау канука бодато санкиртаной капитаро камала ятакшо вишам бару дижавару жугадхарма пало банде ягат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дибба Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхаван Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вивиши Табам Бхагам Нараяно Прияманга Мада Пхарам Барана Сипурапати Бхаджави Шанатам Ваги саджуша бадане, лакшмир жасача бхакшаши, жасьясти хидая самбит, твам нишинга махамбхаджи. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама. Рама Рама Харе. Ачарья Дхармам Паричарья Вишнум. Ачарья Дхармам Паричарья Вишнум.
Vicharja Tirthani, Vicharja Vedano, Vinana Gaura Piya Pada Sevanam, Vedadi Duspappa Padam Vidanti. Acharja Dharmam, Paricharja Vishnum, Vicharja Tirthani, Vicharja Vedano, Vinana Gaura Priya Pada Sevanam, Vedadi Duspappa Padam Vidanti. Gauriya Goshtipati, Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Jagat Prabhupada, Paramahansa Jagadguru told, to seek the satisfaction of public, common people, and to seek the satisfaction of Bhagavan, Supreme Lord, is not the same. Gauriya Goshtipati, Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Jagat Prabhupada, Гауди Гоштипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамхамса Джагадгуру сказал, что думать об удовлетворении обычных людей и об удовлетворении Верховного Господа — это разные вещи. И чтобы провозгласить эту абсолютную истину перед всем миром, это зовется дживадоя, подлинное сострадание ко всем живым существам. Speak this point in front of the whole world. This is called actually jivadaya. Если у вас есть способность, смелость провозгласить это перед всем миром, это зовется дживадоя. Провозгласить об абсолютной истине, это зовется подлинная проповедь. Everybody cannot digest absolute. Не каждый может переварить абсолютную истину, я знаю. Each and everybody cannot digest absolute truth. That's why далеко не каждый может принять абсолютную истину, поэтому эта абсолютная истина, она не столь популярна. И естественно, абсолютная истина, она не столь популярна. Будьте уверены насчет этого. Without taking the help of Sabda Brahma, не приняв прибежище у Шабда Брамы, трансцендентного звука, мы никогда не сможем прийти в соприкосновение с тем трансцендентным миром. И вот, не приняв прибежище у трансцендентного звука, мы никогда не сможем достичь духовного мира. И это единственное. Единственное средство нашей духовной жизни. Это единственный путь. Мы должны принять прибежище у этого трансцендентного звука, который исходит из лотосных стоп чистых преданных. Это наша единственная поддержка, с помощью которой сегодня или завтра мы достигнем трансцендентного мира. Нет никаких других путей перед нами. Мы не можем идти ни на какие компромиссы. И в тот день Нрисимха Четвердуши я хотел много сказать, но времени мало. Я на бенгале еще говорил в этот день, что в каждом углу Гауди Матха должен быть огонь Санкиртана. Должен быть огонь Санкиртана везде. В каждом Гауди Матхе. В каждом Гауди Матхе должен быть огонь Санкиртана. Если вы не способны и поддерживать этот огонь Санкиртаны, то тогда может быть всякая возможность всякой борьбы, зависти, политики, желания к славам, почестям и наслаждениям, это автоматически может прийти. Если вы не способны защитить огонь
это санкиртаны в каждом углу Гауди Матха, то тогда будьте уверены, что есть вероятность, что вот различные проблемы могут возникнуть. Борьба какая-то, зависть, политика, жизнь лапхи, пуджи, пратишки. Кто-то может ожидать, что в нашей матхе мы вроде проповедуем по всему миру. Вроде санкиртана яги происходит. Но я могу сказать нет. Почему? Кто-то заявляет, что весь мир, что кто-то проповедует по всему. То, что как Акадхидачари, ну, Махараджа вопрос могу задать, что какие-то ачари вроде проповедуют по всему миру, но почему никакая санкхиртана у них не получается просто проповедь? Получается, я знаю, вы можете на меня разгневаться, но я вас не обману. Я могу математически доказать, что есть что, кто есть кто, что практически везде санкиртана яги, она не может везде происходить. И как я могу доказать это, поскольку санкиртана яги, что это? Вначале всего я хочу задать вам вопрос, что такое санкиртана яги? Что вы понимаете под этим? Первый вопрос. Что такое санкиртана яги? Санкиртана яги значит вани вайбав шаута панта. В полном соответствии с учением нашей Гурварги, если мы совершаем такую санкиртану, но в таком же духе, то это есть подлинная проповедь. А если кто-то говорит какую-то отсевятину под именем проповеди, то такое явление никакой проповедью нельзя назвать. Если бы такие люди совершали санкхирну по-настоящему, то их учение бы не отличалось бы от учения нашей Гурварги. Санкхиртана яги значит следовать полностью нашей Гурварге. Если мы я сказал, что Шрила Прабхупад, Шрила Бхактивинода Тхакур, Рупа Госвами, Санатана Джива Госвами Пад, это наша наивысшая цель. А если у кого-то, а еще у кого-то есть какие-то приватные представления обо всем, я математически могу доказать, что они заблуждаются. И вот как в этих шлоках приводится свидетельство, как, например, в Радхаране пришла бы сюда, я извиняюсь за такой пример, даже Кришна не может получить даршан Радхарани. Я просто говорю такой пример. Если Радхарани явится здесь, то что Радхарани должна сказать нам, то это уже говорят Рупа Санатана Госвами, Шрила Бхактивинода Тхакура, Шрила Прабхупад. И вот если бы Радхарани явилась здесь и говорила бы о Кришна-саве, то это было бы то же самое, что сказал Шрила Прабхупад и Бхактивинода Тхакур. Мы не можем ожидать то, что какие-то другие ачарьи. Которые могут быть более могущественны, чем Шрила Прабхупад или Бхактивинода Тхакур, это зовется мои. Если какие-то люди заявляют, что их гуру выше, чем Шрила Рупа Госвами Пад, то это
показывает, что такие люди просто глупцы, а их гуру обманщики. Поскольку если бы сама Радхарани пришла сюда и говорила бы о Кришна-саве, то это было бы то же самое, что снизошло к нам от лотосных уст Шилы Рупы Дживы Госвамипады, Шилы Бхактивинода Такура, Шилы Прабхупады. Поэтому я с полной уверенностью говорю, что нет ничего и никого, кто бы мог превзойти нашу гуру Варгу. Я никогда не говорю то, чего не понимаю, это мой принцип. Шрила Санатана Гурудев Рупа Госвами, но все же он имеет огромное уважение к нему. Как это возможно? Да, это возможно, если вы осознаете, поймете сердце Радхарани и поймете, что нет ничего невозможного, все возможно. Поскольку Тринада Писунич Баба. Тринада Писунич Баба. Она естественна, поскольку Тринада Писунич Баба, она естественна, ее естественно видеть среди последователей Радхарани, и те, кто следует Радхарани, Рупа Госвами, Санатана Госвами. Качество Тринада Пью, оно естественно, у них нет никакой искусственности. Если вы поймете всю Сиддханту, о которой говорю, по милости Шрилы Прабхупады и Гуру Варги, то вы можете сразу понять, кто обманщик, а кто нет. Иначе будете оставаться глупцами. Что я смогу сделать для вас? Если вы поймете эту Сиддханту, то никто в этом мире не сможет обмануть вас. И поэтому многие люди гневаются, когда я говорю Харикатху. Почему такие люди пытаются прекратить мою проповедь? И в этом причина. Если мы совершим оскорбление в адрес лотосных стоп Гуру Вайшнавов, то такие люди, они очень быстро попадают в аварские миры. И также, если будем служить Гуру Вайшнавам, то это путь, который открывает дорогу к духовному миру. Если вы всем сердцем будете служить Гуру Вайшнавам, то вы также с легкостью достигнете духовного мира. Относительно Анабхи Ласа, я время от времени говорю об этом, чтобы спасти вас, чтобы спасти из себя. И вот об этом я буду вспоминать снова и снова, хотя, может, мы когда-то говорили об этом, но я хочу еще раз сказать, что Анабхи Лас может явиться к нам в форме каких-то красивых лекций или в форме каких-то прекрасных статей, книг. Некоторые так называемые проповедники всячески приманивают людей любыми способами, но чистые вайшнавы, они
они привлекают людей своим идеальным примером. И также чистые гуру Вайшнавы, они могут сразу понять, кто есть кто и что есть что. Они смотрят на суть вещей. Чистые преданные никогда не зависят от чьих-то мнений, от каких-то голосований. Чистые вайшнавы не говорят харикатху ради какой-то популярности или еще чего-то. И вот Ани Абхилаш может прийти в форме прекрасных статей, лекций, прекрасной проповеди или какой-то морали, или еще в каком-то виде. Но не каждый может понять, что это Ани Абхилаш пришел. Так чистые вайшнавы не могут, прочтя буквально пару строк какого-то произведения, то они поймут, есть ли связь с гуру вайшнавами у тех, кто это написал или нет. Когда я читал труды Садхананды, я был очень вдохновлен, я сразу увидел, что у него есть связь с Шрилой Прабхупадой. Его слова, они полны силы, полны могущества. Это признак того, что он совершал баджан, это сила баджана видна в его статьях. Бхарати Махарадж, он сказал мне однажды, сказал, что я знаю, почему ты живешь таким образом. Я знаю причину. Я никогда не стремился к славе, поскольку я знал, если я буду успешен в том, чтобы зажечь одну лампу, такой духовный свет в вашем сердце, то вы потом сами сможете успешно проповедовать и давать пример своей жизни другим. И таким образом, если прямо не могу проповедовать в иностранных странах, то косвенно через кого-то могу. И таким образом, вся сокровенная сиддханта, мы должны понять ее, не гневайтесь. Сегодня день явления Шрилы Бхакти Саранги Госвами Махараджа. Как понять величие чистых гуру вайшнавов? Вы не можете обрести такие качества. Мы не можем ничего говорить о чистых гуру вайшнавах. Только чистые гуру вайшнавы они могут понять. Они могут понять силу, могущество других гуру вайшнавов. Поскольку их единственный девиз, их жизни, единственная цель — это исполнить желание своего Гурудева. Если говорить харикатху, но у меня есть какие-то посторонние желания. То есть, если я говорю харикатху не для удовлетворения гурварги, то это признак того, что я обманщик.
после оставления своего тела, я все равно буду следовать тем же правилам и предписаниям, которым уже следую. И единственная цель жизни чистых преданных — это исполнять желание Шрилы Прабхупады. И вот это их желание, их пример, это он показывает нам, кто есть кто. И вот Шрила Госвами Махарадж, если буду говорить о нем, это очень обширная лекция получится. Я расскажу о каких-то избранных моментах, его жизни. В жизни Госвами Махараджа он никогда не стремился ни к каким корыстным интересам. Какие-то люди следуют за какими-то ачарьями, которые, несомненно, попадут в ад со всеми своими последователями. А почему бы таким людям не сравнить Сиддханту своего гуру и предыдущих ачарьев? И почему кто-то гневается на меня? Почему бы не просто не взять и сравнить философию Шрилы Прабхупады с Бхактисиддханта Сарасвати, с их высказываниями? Если кто-то принимает какую-то падшую душу в качестве своего идеала, не сравнив философию предыдущих гуру и высказывания этих текущих, то что толку от такой духовной жизни? Эти посторонние желания не могут увести нас с пути Баджана куда-то в сторону, это естественно. Часто говорится, это если какой-то гуру отклоняется от пути, то те последователи, которые следуют ему, они тоже попадают в ад. Как вот в этой шлоке говорится. Я никогда не стремился и не стремлюсь к славе, к пратиште. Если какая-то ващнава пратиште приходит ко мне, я передаю ее гуру-враге. Хочу очистить себя воспеванием славы Шрилы Прабхупады Нарисимхадева Прахлада Махараджи. Вы помогаете мне в этом. Я очень благодарен.
потому что благодаря Хари Катхе я очищаю свое сердце. Анавилас может вести вас в неправильном направлении. И в шастрах говорится, если кто-то меняет Сиддханту нашей Гуруваги, это такие люди, они получат наказание свыше. Госвами Махарадж, если у Госвами Махараджа не было никакого Нибхилаша, никаких посторонних желаний, откуда я это знаю, поскольку Шрила Прабхупад, он любил, уважал его. И в Гаудии, в Наде Пракаше есть свидетельство этому, статьи на бенгали, на санскрите. Шрила Прабхупад, он писал о славе таких великих вайшнавов, хотя Шрила Прабхупад знал, что он был домохозяин, он принял ашрама домохозяина, но Шрила Прабхупад говорит, что Атулананда, его звали Атулананда Госвами Махараджа, Атулананда Прабху, он находится в преемственности Нитянанды. Он защищает, и он в своей такой высокой жизни, он защищает престиж саньясы. И это писал Шрила Прабхупад, что несмотря на то, что он домохозяин внешне, но по качествам его качество лучше, чем у многих саньяси. То есть гораздо важнее быть, иметь настроение саньяси внутри, чем носить одежду саньяси и заниматься всякой ерундой. Бхактивинода Таку, он вечный саньяси. Еще раз, пандит, Гададхар пандит, они вечные саньяси, а весь внешне они живут вашими домохозяинами, то это никак не влияет на них. И вот Бхагаван в этой шлоке в Гите сказал, и вот Бхагаван Шри Кришна, он говорит такими простыми словами, и вот Бхагаван Шри Кришна говорит, те, у кого нет никаких желаний, Прахлад Махарадж, он вечный саньяси. Even from
даже... Если у нас есть возможность служить Гуру Вайшнавам в соответствии с этим, с нашими способностями. Чистые вайшнавы, они не любят, когда их восхваляют. Они более довольны, если восхвалять их Гурваргу, Шрилу Прабхупаду. И Шрила Прабхупад пишет, хотя внешне Шрила Атулананда Прабху, он домохозяин, но он вечный саньяси. У него нет... И вот Бхагаван Шри Кришна дал здесь две формулы, благодаря которым... И первое, вот в этой шлоке, тот, кто не завидует никому, не беспокоит никого. И Шрила Прабхупад не говорит об абсолютной сиддханте. То есть он не говорит об абсолютной истине, чтобы разозлить вас. У него нет такой цели. Мы не можем идти ни на какой компромисс с абсолютной истиной. Во всех 14 мирах нету ничего, к чему бы чистые вайшнавы, они, к чему бы привлекались чистые вайшнавы. В этом определении чистых вайшнавов, те, кто не привлекается ничем материальным во всех этих 14 мирах. Шрила Прабхупад говорит в этой поэме «Вайшнаваке». И Шрила Прабхупад говорит, тот, у кого нет желания практически, он вайшнав. Если кто-то строит много храмов, то это не признак того, что такой человек чистый вайшнав. Гора Кишодас Бабаджи Махарадж не строил никаких храмов, но он один из лучших проповедников. И Шрила Прабхупад говорит об этом. Хотя внешне можно найти, что Гора Кишода Баба не проповедует, но его ачаран, его характер, его поведение, его
Баджан, его этикет. Они сами проповедуют за него. Он проповедует своим примером. Гоу Кишода с Бабаджи Махарадж, хотя он никуда не ездил, но он известен по всему миру. Мы должны принять вайшнави пратишту, не какую-то другую пратишту. И вот Госвами Махарадж, Шрила Прабхупад, он написал большую статью в его честь тоже. Вишна Вайшнава Раджа Сабхи в Гаудии Шрила Прабхупад писал, что внешнем уже найти, что он грехастка, но внутри он великий саньяси, такой великий саньяси. Мы никогда не видели. Санья значит тот, кто полностью посвятил себя лотосным стопам Шрилы Прабхупады. Шрилу Прабхупаду невозможно обмануть. Он, когда смотрит в наше сердце, то он видит, что там. Почему так мало людей знают о Госвами Махарадже, которого любил сам Бхагаван? Сам Бхагаван, он явился, он снизошел с Вайкунти, чтобы явиться перед Госвами Махараджем. А почему мы не знаем о таких великих вайшнавах? В этом вопрос. Те, которые хотел прославить сам Бхагаван и Шрила Прабхупад, то почему мы не знаем о таких великих вайшнавах? Часто это происходит из-за того, что всякие проповедники говорят только о своей славе, а не о славе Гурварги. И вот Госвами Махарадж, с самого рождения он родился в Патхашае. Где-то в Бакуре, в местах Лила Шриниваса Чари, который не отличен от Гуранги. И вот он встретился с Шрилой Прабхупадой в Данбаде. В то время Индия была под английской администрацией. И вот эти англичане очень уважали Госвами Махараджа. И уже с самого детства он был великий преданный, но не все это понимали. Он происходил из чистой брахманской семьи.
И однажды один англичанин вот дали ему работу железнодорожного начальника какого-то. И вот он так он встретился с Шрилой Прабхупадой в Данбаде. И вот Госвами Махарадж был очень вдохновлен, видя Шрилу Прабхупаду. Мы должны слышать и знать о примере таких великих вайшнавов. Великих вайшнавов это поможет нам обрести вдохновение на пути баджана. И в то время, и вот он был в Данбаде, пригласил Шрилу Прабхупаду к себе домой. Хотя он Харинам Дикшу еще не получил, но он был браманом, повторил гайтри. И тогда Шрила Прабхупад, увидев его такое состояние, увидев его, он находился несколько дней в его доме, говорил Харикатху. И там, видя Шрилу Прабхупаду, он хотел предаться его лотосным стопам, просто увидев Шрилу Прабхупаду. И увидев Шрилу Прабхупаду, он буквально продал ему свое сердце. И после этого, впоследствии, он начал служить всеми способами, которыми мог. Он посылал Шриле Прабхупаде свою зарплату. В то время зарплата у него была достаточно большая зарплата по тем временам. Мой отец рассказывал, что вот как, когда он жил, 2 рупий было достаточно, чтобы кормить семью целый месяц, и еще оставалось. Это сейчас рупия подешевела сильно. И вот он зарабатывал 50 рупий, а Шрила Прабхупада на содержание Гауди Матха 50 рупий посылал, а в то время там очень большие деньги были. И однажды, ничего не спрашивая, Госвами Махарадж пришел, приехал со всеми мебелью и всем остальным. Он жениться не хотел, но мать настояла. И вот он встретился с Шрилой Прабхупадой. После, ну, в общем, вскоре после женитьбы он потом встретился с Шрилой Прабхупадой, и потом он через какое-то время он приехал с женой, всей мебелью, всеми пожитками,
к Шриле Прабхупаде сюда, в Майяпур. И вот мы поем такой великий киртан, но не каждый понимает значение этого киртана. И вот мы поем этот киртан, а Госвами Махарадж взял и физически приехал с всем, что у него было, и предался Шриле Прабхупаде. Шриле Прабхупад был удивлен, что там были какие-то... Ну, в то время Гаудия Матх был не столь богатый, удобств вообще никаких не было. Наш Бхакти Гаура Вайканас Госвами Махарадж, он был раджпандитом, царским священником. И вот тогда Бхакти Гаура Вайканас Госвами Махарадж приехал в Майяпур, чтобы присоединить, посмотреть на Шрилу Прабхупаду. Он, хотя был царским священником, то он ничего не просил, а просто переночевал под деревом. Ночевал там под деревом. У него была великолепная память, он даже не смотрел ни в какие книги, он помнил все шлуки наизусть. Попа, and then they are staying separately, give Gosai Maharaj separate place. Follow? И вот то, что они приехали к Шриле Прабхупаде, они были очень счастливы, не просили никаких удобств, комнаты и прочего. И потом уже жены родилась дочь, она родилась в Йога-Питхе, и Шриле Прабхупад дал ей имя Йога-Майя. Ну, то есть он же приехал с беременной женой. И вот... И вот Шрила Прабхупад, он видит сердце каждого. И вот Махарадж говорит, что гораздо лучше быть домохозяином, чем гордым саньяси. И вот он, знаете, девочку, которая родилась у них, назвали Йога Майя. И потом эту дочь выдали замуж, когда она повзрослела. И Госвами Махарадж, когда работал на своей работе, то он работал, он быстро делал и уходил раньше времени. И потом кто-то пожаловался, что ваш там Госвами
на 2 часа раньше уходит с положенного времени. Эти англичане засмеялись, сказали, что главное, что делать все то, что надо. И вот Госвами Махарадж уходил раньше с работы, чтобы служить Шриле Прабхупаде. Потом он сдавал какой-то экзамен по Гурудгите, ему выпала очередь говорить о бхакти-йоге, и когда он сказал это в свете видения Шрилы Прабхупады, то все экзаменаторы были удивлены и восхищены. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж пришел до Госвами Махараджа, но Шрила Кешава Госвами Махарадж, он писал в своих письмах, что вы обрели полную милость Шрилы Прабхупады, мы пытаемся служить ему, но все же не обрели так много милости, как вы. Однажды вот однажды он заболел чем-то, и Шрила Прабхупад, он беспокоился и сказал, вы должны проконсультироваться с доктором. И после этого Шрила Прабхупад, он, в общем, в то время Махарадж говорит, когда британцы провели порядок был, и, в общем, положили его в больницу, и после этого Шрила Прабхупад, он беспокоился. И Шрила Прабхупад пошел сам в больницу, когда... И вот Шрила Прабхупад пошел в больницу, и в то время... не было наркоза еще не было, хлороформом, это локальную анестезию проводили. И вот сознание пришло к нему. И Шрила Прабхупад, ну, когда он там очнулся после операции, Шрила Прабхупад пришел и благословил его, поместил свою руку к нему на голову, подобно матери.
И вот Госвами Махарадж открыл глаза, он увидел Шрилу Прабхупаду, но не мог ничего сказать. Шрила Прабхупада сказал: «О, Апракрита Прабху». Его имя было Апракрита Прабху. И вот он спросил, как тут себя чувствует. Я чувствовал боль, но когда вы прикоснулись к моей голове, вся боль, она ушла. И вот Шрила Прабхупад пришел, поскольку Шрила Госвами Махарадж, Мадхава Госвами Махарадж, они служили день и ночь. Мы не можем даже представить, что такое Гуру-таттва. В тот день, когда вы поймете, что такое Гуру-таттва, вы расплачетесь Гуру-таттва. Я не могу сравнить мою мать или тысячи, десятки миллионов моих матерей. В прошлых жизнях я, но все же я не могу сравнить любовь Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура с любовью тех матерей, которые у меня были. Так много любви я получил от Бхакти Прамода Пури Госвами Махарадж. Даже мой отец не заботился обо мне так, как Шрила Пури Госвами Махарадж. И в этом мое богатство, мое единственное богатство. Я завишу только от этого, то, что я обрел от моего Гуру Махараджа. Это единственное сокровище в моей жизни. И вот таким образом, для Чайтаньи Махапрабху, для Шрилы Прабхупады, что еще сказать? Жизнь и душа, она полностью, я падал свою жизнь и душу лотосным стопам Шрилы Прабхупады. И Госвами Махарадж, он также поступил. И Шрила Прабхупад говорил про Госвами Махараджа, что он великий пандит, он был главным редактором Гауди. Хотя он пришел достаточно поздно, но все же он был очень сведущ во всем, знал санскрит, английский, очень хорошо английский знал, получше многих англичан. Бунга Махарадж и Госвами Махарадж, они говорили на очень высоком английском языке. И вот он был главным редактором Гауди. И Шрила Прабхупада отправил его на Запад. Я говорю кратко. И вот Шрила Прабхупада, он хотел отправить и отправил его на Запад с самого начала. Вот когда ему сделали заграничный паспорт. А он от Шрилы Прабхупады не брал ни копейки денег. Хотя для того, чтобы паспорт сделать, тоже деньги нужны. Но он ничего не брал, только давал Шриле Прабхупаде все. Можно наблюдать, что сейчас всякие ученики, так называемые, только берут у Гурудева все, что можно. Нельзя. Даже репутацию Гурудева пытаются на себя перетянуть. Это оскорбительно. Take advantage of the goodwill of my Guru. You have no
Как математики, если сделать ошибку в начале, то все дальнейшие исчисления ошибочные, так и здесь, на духовном пути, если совершим ошибку в начале, то толк от духовной жизни мало. И вот купили ему билет на этот, на пароход, самолеты в то время не летали. И Шрила Прабхупада дал ему Шалагау Шилу, Дварака Шилу, еще какую-то Шилу. И чтобы он в процессе своей проповеди поклонялся ему, дал Гирирад Шилу. С помощью Гирирад Шилы, что Шрила Прабхупада хотел сказать, он хотел предложить Госвами Махараджа лотосным стопам Кришны и Гирираджа. Гирирадж Махарадж считали творение Нанданандана Шри Кришны. И Госвами Махарадж, он когда плыл на этом корабле, иногда созерцал стопы Шалаграма. Иногда во сне видел, как Шрила Прабхупада пришел и благословил его. И Госвами Махарадж. И вот он спал в каюте, Бхагавана Гирираджа держал при себе, иногда созерцал стопы Шалаграма, как это возможно. Иногда видел, что Шрила Прабхупада пришел и заверил его, что все его миссия будет успешна. Шрила Прабхупада благословил его таким образом. И вот он проповедовал в европейских странах, в Англии, все где-то там. И его проповедь была очень массивна, но на высоком уровне. Техника Шрилы Прабхупады была в том, чтобы проповедовать аристократии и потом автоматически проповедь на широким массам, она сама произойдет, сама случится сегодня или завтра. В Гите Бхагаван Си Кришна говорит такую формулу. То, что делают великие люди, которые служат примером для всех, то обычные люди им следуют. Ну, как эти бараны идут за пастухом, и так здесь есть какие-то аристократия, чему-то следуют, то остальные тоже. Шрила Прабхупада приглашал губернаторов, всяких судей высокого суда и прочих значимых людей. И в этом была его техника проповеди. Они слушали с неотрывным вниманием. Если вы не верите мне, то если я покажу стандарт, как можно знать, кто такой Вайшнав по стандарту его Харикатхи. Его слова, они полны значимости. Если покажу качество Харикатхи, Бондов Госвами Махараджа, Бхакти Прадипчис и Госвами Махараджа, Госвами Махараджа, то можно увидеть их уровень. И вот они с неотрывным вниманием слушали Харикатху Шрилы Прабхупады. Даже и вот была религиозная это, конференция. На предыдущий год. И вот от Индии Сарвапали Рада Кришна
южноиндийский человек с Южной Индии, был Майавади, но был очень сведущ. И вот от имени Индии этот самый Поля Рада Кришнан, он еще президентом подрабатывал. И Индия, и потом следующий, а после этого Рада Кришна, президент Индии в то время, был представитель Гауди Матха. И вот он хотел сказать о сокровенной сути бхакти-йоги, о милости Гуранги Махапрабху. И все слушатели были восхищены. Я хочу сказать то, что и вот желания Шрилы Прабхупады, они исполнились. Он проповедовал на таком успешно, на таком высоком уровне. В Наймишаране Шрила Прабхупад хотел основать храм в Аллахабаде, в Варанаси, где нет. В Англии, там тоже есть Гауди Матх. Кто это все сделал? Это еще так, мечта Шрилы Прабхупады осуществилась. Если вы хотите обрести Бхагавана в этой жизни, если вы хотите обрести Бхагавана именно в этой жизни, то пытайтесь следовать чистым Гуру Вайшнавам. Их желания не отличны. Их желания, они не отличны от желаний Гуранги Нитянанды. Может, у меня ничего нет, но все же пытаюсь исполнить желание Гуруваги. И вот все же я пытаюсь, как нищий, что-то сделать, что могу, совершаю Вани Севу в меру своих сил. Я жил буквально без копейки денег во Вриндаване. Просил подаяние, еду, и как-то жил так на Мадхукаре, на подаяние. Вот за эти 14 лет, которые я приехал из Вриндавана сюда, я публиковал около 70 книг. Это случилось по воле Бхагавана, по его желанию. Если Бхагаван хочет занять меня в служении, то я могу. Но с помощью своего ложного эго я не могу ничего сделать. Все происходит по воле Бхагавана. Однажды я публиковал, вот не помню, какой год был, 9 книг одновременно в Дели, в Окле, около прессе. Я вот думал, что денег нет на все, как это все сделать. Это Рукма прессе было дело. Вот кто-то как-то деньги пришли, даже не знаю от кого, кто-то через кого-то прислал. Or 20 rupees, I'm starting from Vrindavan. 20
И вот Бхагаван посылает все нам в соответствии с нашими потребностями. Я всегда это наблюдал в своей жизни. И вот в Дхарма Сабхе Госвами Махарадж открыто сказал. Ему кто-то заявил, может ли он показать своего Бога. И Госвами Махарадж сказал, хорошо, приходите завтра, покажу. И вот Госвами Махарадж, он жил, снимал какое-то помещение. Жил там Бон Махарадж, был в Германии, тоже было, однажды не осталось никаких денег, и думал, как же оплатить за вот, проживание. Вот он написал письмо Госвами Махараджу, о Госвами Прабху, вот в такую ситуацию попал. И Госвами Махарадж сказал, не беспокойся, я сделаю все. И Бон Махарадж был вечно благодарен своему брату Боге. Госвами Махарадж, хотя пообещал им показать вездесущего Верховного Господа, но где же его взять? И вот он ходил там, повторил харинам в саду каком-то. В каком-то парке. И вот во сне он увидел Атхокшаджа Бхагавана, он явился ему. Вот сказал, что явился в этом парке, вот иди куда-то там под какое-то дерево, и там найдешь меня. Госвами Махарадж пошел с утра, и действительно. И вот он искал там и действительно нашел, что Атхокшаджа Вишну в четырехрукой форме с палец, чакрой, цветком лотоса и раковиной явился. И вот он совершил поклонение ему. И вот он был очень счастлив, народ пришел, потребовать, сказал, что где ваш Бог, давайте показывайте. Нет, он сказал, что вот Господь явился, вот тут ваши Англии. И вот так Бхагаван явился в Англии ради своего преданного, и это Виграха было. Потом в Индию он привез ее. Но сейчас куда-то пропало. Мы пытались выяснить, украдено было или просто потеряли где-то, что случилось. Поскольку это божество было там, в Бхагбазар Гаудимиссии. В то время в Каликуте, в Бхагбазаре. И тысячи людей получали ее даршан.
и вот предлагали украшения и прочие вещи гириаджа. И в газетах было тоже опубликовано, что вот этот Лананда Госвами приехал с Англии и там явился Адхокшаджа Вишну. И вот он, настоящий Госвами. И вот это Виграха в Калькутте, в Гауди Миссии она осталась, но никто не знал, где она. Мы пытались выяснить и выяснили, что однажды арчана происходила пуджа. И вот когда пуджари закрыл алтарную, все было хорошо. Утром, когда открыли на арате храм, увидели, что Адхокшаджа Виграха пропала. Вроде все закрыто было, никто не заходил, но куда-то пропало. Ключ был с пуджари, никто не брал его, и куда делось, никто не знает. И вот все начали беспокоиться. И когда Госвами Махараджу узнал, он расплакался. О, Господь, куда ж ты ушел? И вот если какой-то вор был бы, то забрали бы золото, прочие украшения, но все осталось на месте, только вот эта Виграха ушла. Все украшения остались, а Виграха пропала. То есть вот, если была бы воришка какой-то, то забрал бы золото. Виграху бы я не подумал брать. Поскольку воры, они Бхагавану поклоняться не будут, просто ради наживы что-то воруют. Но вот Виграха таким образом исчезла. И вот Госвами Махарадж, он начал тяжело плакать. И в итоге Бхагаван явился к нему во сне и сказал, что явился, чтобы вдохновить тебя на проповедь. Шрила Прабхупада в то время уже ушел из этого мира. Я кратко расскажу. К нему и сказал, чтобы я явился, чтобы вдохновить тебя. Ты сейчас завершил с успехом свою проповедь и вернулся в Индию. Поэтому я скрылся из этого мира. И вот даже Госвами Махарадж, он был очень занят, но он хотел дать саньясу Госвами Махараджу, но поскольку тот был за пределами Индии, но до этого Шрила Прабхупада, он уже говорил, что он вечный саньяс, ему не обязательно саньясу физически принимать еще раз. Но потом, когда Шрила Прабхупада ушел, все братья боги, они просили его принять саньясу уже так физически. И вот Кира Чора Гопинатхи около Балешвара, то место, где этот Гопинат украл Кир для Мадхавендра Пури, там он принял саньясу Госвами Махарадж. А Пракрита Прабху, он принял саньясу. И среди всех преданных
они все радовались. Бун Махарадж там был, Сидхартха Госвами Махарадж, Виканас Госвами Махарадж, Арани Махарадж, все братья Боги. И подобно тому, как Ваманадев, который явился в доме Кашьяпа, когда он получал брахманское посвящение, то все что-то дали, Индра дал что-то Бхагавате, Шанкар Бхагаван тоже что-то дал, и так все что-то дали ему, какое-то подаяние. И также, когда Госвами Махарадж принимал саньясу, то что случилось подобным образом? Наш Джаджва Госвами Махарадж, он проводил ягью, организовал ягью в соответствии с ведической культурой Вайканас Госвами Махарадж. И Сидхартха Госвами Махарадж, он тоже участвовал в этом данду, сделал Арани Махарадж, копину и одежду дал. Бун Махарадж, и вот как каждый брат Боги что-то дал ему. И вот он получил саньясу в 1941 году в Кирачар Гопинатхе. Шрила Прабхупад ушел в 1936 году, 1 января. Ну, в конце года, между 1936 и 1937 годом, около полуночи он ушел. И вот через несколько лет, в 1941 году он получил саньясу. Он построил множество храмов при своей жизни. После того, как Шрила Прабхупад ушел, он хотел совершать уединенный баджан. Но все братья Боги сказали: нет, мы тебе не позволим. Тысячи людей должны обрести милость от вас. И вот Госвами Махарадж хотел небольшой земли взять, чтобы совершать баджан, но Мадхава Госвами Махарадж сказал: нет, берите землю побольше. Вот Нандачарья Бхаван, он был выбрат Мадхава Госвами Махараджем, и там его самадхи также. И вот после этого он построил множество храмов. И вот Госвами Махарадж начал принимать учеников и строить какие-то храмы. И вот я был в Нандаграме, там я был в Баджан Кутире Госвами Махараджа, и там было большое дерево. И вот там Госвами Махарадж находился, там дупло большое было, и вот он там баджан совершал. И вот я там совершал баджан, созерцал этот баджан Кутире Госвами Махараджа в дереве. Дерево, но старое, очень старое, сколько лет ему, непонятно, это к археологам надо. По кольцам считать, но в Калькутском ботаническом саду тоже есть такие очень старые деревья. И вот
Я видел это дерево. Я кланялся Госвами Махараджи, его Баджан Кутира. Потом какие-то негодяи срубили дерево. Я когда увидел, был очень ошарашен. Какой-то начальник Мадха сказал, что это дерево срубить надо. Хотя это большой памятник для нас, но решили что-то построить на его месте. Вот такой бестолковый начальник храма там. Я был очень опечален, видя это удручающее зрелище. Сейчас уже дерева этого очень старого нету. И потом Госвами Махарадж оставил тело в 1964 году, в этот день, сегодня день его ухода. Будха Пурнима, ну тут в календаре немного иногда отличаются эти титхи. И в 1964 году ему было 77 лет. Гуру Махарадж, ему было 102 года, но все же. И вот, хотя Гуру Махараджа здоровье было хорошее, еще там лет несколько десятков ему обещали, что будет жить, но все же Гуру Махараджа надоело, и он ушел в возрасте 102 лет. И вот чистые преданные в соответствии со своим желанием могут оставить тело. Йога Вивибхути называется такое явление, и вот сегодня день его ухода. И мы очень глупы, что не смогли обрести совершенной милости от него. И такая наша ситуация очень болезненная. Если мы достаточно удачливы, то тогда можем получить совершенное руководство, иначе мы тоже обречены на смерть. Кто же защитит нас? И эта шлока, с которой начал, никто не может обрести лотосные стопы Бхагавана и не служа великим таким великим вайшнавам. Я знаю, моя речь не может достичь всех в этом мире, но все же когда-то она достигнет. Мы хотим вознести молитву великому Госвами Махараджу, чтобы он благословил нас, чтобы мы смогли следовать ему достойно и достичь лотосных стоп Шрилы Прабхупады. Мы не знаем, кто такие Гауранга и Кришна. Мы можем понять Прабхупаду и Госвами Махараджу, и они помогут нам достичь столь высокой цели. Mm-hmm.
высота Эвереста, она ничто относительно духовного мира. А мы сейчас находимся в таком, низком положении, и нам долго идти. И мы должны с вдохновением воспевать славу Гуру Варги. Я могу показать вам множество наставлений Госвами Махараджа. И вот Госвами Махарадж говорит, что не служа чистым Гуру Вайшнавам, не прославляя чистых Гуру Вайшнавов, мы не можем совершать баджан. Если мы сможем прославить Гуру Вайшнавов, мы обретем силу нашего баджана и будем благословлены. И так или иначе, на сегодня все.